С древнейших времен передача информации были символы, наскальные рисунки и пергамент. В дальнейшем были чернила, шариковые ручки, клавиатура и стилус. Что же объединяет все это? Верно, человек, а точнее его руки. Использование моторики рук и есть тот самый аспект, который на протяжении веков и даже тысячелетий был основой для письменности. Но эволюция в письменности не стоит на месте. Компания «Видеодоска» совершила прорыв в области передачи информации, заинтересовав не только российских, но и зарубежных партнеров. Но, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Еще в 1974 году Генрих Альтшуллер провел первый видеоурок в мире с использованием теории решения изобретательских задач. В 2002 году голливудский режиссер Стивен Спилберг в фильме «Особое мнение» показал использование аналогичной видеодоски. Но, как мы знаем, действие фантастического фильма происходит в далеком 2054 году, а в экранизации использована компьютерная графика. Компания «Видеодоска» уже сейчас использует такой подход и опережает сюжет фильма свыше, чем на 3 десятилетия. И это не фантастика. Это реальность. Компания «Видеодоска» предлагает взаимовыгодное сотрудничество партнерам в сегменте стримингового сервиса. Станьте нашим партнером уже сейчас.